из главных событий видеоиндустрии проходит в Ростове уже не первый раз. И, конечно, телеканал «Ростов на ТВ» не смог пройти мимо этого масштабного события. Сегодня поговорим о тенденциях в мире моды, а также посмотрим на мастер-классы лучших из лучших. На крупнейшей бьюти-выставке, которая проходит в Ростове, можно опробовать профессиональное массажное оборудование, узнать о перманентном макияже и даже сделать себе модный сейчас маникюр-шеллак. Наша выставка проводится уже 19-й раз. Выставка крупная, даже несмотря на сложное экономическое время, удалось собрать порядка 200 участников на нашей площадке. Охватили мы все основные разделы: косметология, маникюр, все для волос. Также обширна и география у нас участников, не только Ростов область, Москва, Питер, Ставрополь, Краснодарский край, даже есть участники из Уфы, то есть география обширна. Также собрали мы очень обширную, интересную деловую программу для специалистов, то есть любой специалист в сфере индустрии красоты, он может прийти и найти какое-то интересное для себя мероприятие. В данный момент у нас, к примеру, недалеко от сцены проходит чемпионат для косметологов под эгидой Сидеско. Завтра будет у нас соревнование по перманентному макияжу. Но если брать венец нашей деловой программы, это будет в субботу, это будет полуфинал чемпионата России по парикмахерскому искусству. Каждый год посещаем эту выставку. Безусловно, очень удобно, что не надо по всему Ростову ездить по фирмам, когда приезжаешь, особенно вот я из области. Для меня это вообще находка. Приезжаешь, все здесь. Все купил, все уехал, все доброжелательно, еще скидку когда сделают. Очень довольны. Бьюти-событие года – это одна площадка и десятки мастер-классов от профессионалов индустрии красоты. Продукция всемирно известных производителей, чемпионат России по парикмахерскому искусству, по косметологии и эстетике. Выставка встретила своего миллионного посетителя миксом свежих идей и модных веяний. В этом году очень много представлено разной косметики, кистей для визажистов, что очень радует. Потому что в Ростове, конечно, с этим есть небольшие проблемы. И вообще очень крупное мероприятие. Сейчас как раз будет начинаться мастер-класс Георгия Кота. Это очень-очень известный стилист-парикмахер, абсолютный чемпион мира по парикмахерскому искусству. Сейчас модно очень весенние, легкие будут образы. И как раз-таки, когда мы выступали, мы делали смоки в розовых тонах, как раз-таки это будет очень актуально этой весной. То есть такая легкая, немножко небрежность. И очень актуально будет качественная кожа. То есть не матовая такая прям, а наоборот с легким каким-то блеском. Следите за новостями, следите за разными тенденциями. Очень важно все-таки быть в тренде и следите за модой, потому что все-таки давным-давно уже ушли у нас в прошлое там розовые какие-то губы, такие прям матовые. На самом деле, я уже сказала, что очень актуальна легкость, блеск, влажная кожа, такая здоровая, чистая, свежая. И акцент или на губах, или на глазах. Это очень важно. На центральной сцене ученик Сергея Зверева, ведущий телеканала «Ростов на ТВ», звездный стилист Араик Крист и его профессиональная команда. Мастера работали над образом рьяной поклонницы программы «На все 100». Подробности о модном перевоплощении смотрите 19 февраля на портале «Ростов Лайф». Стрижка, пожалуйста, запомните одно, что, конечно, длинные волосы хорошо, но если мы всех будем стричь и отпускать длинные волосы, то мы не будем зарабатывать денег. Поэтому в связи с этим новые поступления хочется какие-то эксперименты. После на сцене появился президент Международной академии красоты Георгий Кот, судья международного класса по парикмахерскому искусству. Со словами: «Без любви нет красоты» и с целой артиллерией новомодного оборудования. Двукратный чемпион мира по парикмахерскому искусству на укладках не остановился. Исполнил перед ростовским зрителем восточный танец. Вот.
Солнце, дезодорант, лак для волос, холодное оружие в руке женщины. В рамках бьюти-фестиваля прошел открытый урок по самообороне косметикой. От назойливых поклонников обороняться легко. Достаточно пустить солнечного зайчика или пудру в глаза, утверждает гранд-мастер ножевого боя Роман Якушев. С 98 года мы занимаемся ножевым боем. Сейчас навскидку это 16 лет, да? 17 лет. Для профессионала не имеет значения, что попало ему в руки. Потому что профессионал не оперирует категориями косметика. Профессионал, допустим, оперирует категориями рычага. Что такое рычаг? Вот моя рука — это 60 сантиметров рычаг. Да? Моя рука...